Необычный конкурс красоты «Мисс Снежная Вселенная» впервые прошел в нашей стране. В кастинге приняли участие около 2000 красавиц из России, Украины и Казахстана. Но в финал вышли всего 20 девушек. В списке финалисток оказались представительницы самых суровых регионов – Якутии, Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа. В общем, тех регионов, где действительно лютует мороз и живут настоящие снежные королевы. И задания, которые пришлось пройти девушкам, оказались под стать. Это были настоящие испытания теплом и холодом. Например, фотосессия на 25-градусном морозе в бикини. Жюри конкурса, среди которых были и иностранцы, были поражены отважностью девушек. Она говорит, она еще не видела фотографии, очень удивлена, поражена. Но она говорит, что японские девушки на такое не решатся. Я удивлен, но все девушки очень понравились. Они сказали, это супер азартный. И вот этот модельный мир, надо быть готов на все. Как сложность. Гора, снег, воды, пирана, аллигаторы, крокодилы. Но сибирские девчонки самые смелые в мире. А на следующий день после испытания холодом девушек ждало испытание жаром. Ведь танцевать в помещении в теплых шубах задача тоже не из легких. Но самый сложный конкурс интеллектуальный – рассказать на камеру о себе. А куда смотреть? Я волнуюсь. А несколько дублей будет? Говорю. Не снимайте меня. А если я вдруг накосячу? А если я закосячу? Я не туплю. В общем, чего только не натерпелись участницы конкурса «Мисс Снежная Вселенная». Но первое место только одно. И вот жюри назвало имя самой лучшей участницы. Победительницей оказалась девушка из Томска – Владислава Вернер. Причем Владе стоит отдать должное еще и за героизм. Она призналась, что умудрилась простыть до конкурса. Поэтому за первое место боролась уже с больным горлом. Я приехала, у меня уже чуть-чуть болело горло. Но это не помешало мне бороться за титул «Мисс Снежная Вселенная». Очень боялась фотосессии в купальниках, правда. Но это было настолько здорово. Вы даже не представляете, как это было классно. Выбегать из автобуса, фотографироваться. Просто это был такой драйв нереальный. Это было круто. Победительнице досталась корона, белая норковая шуба и профессиональная фотосессия на Бали. Но и это еще не все. Влада Вернер будет представлять Россию на другом международном конкурсе красоты «Мисс Туризм Мира 2013». Что ж, пожелаем и на нем нашей девушке удачи. Виктория Минаева, Андрей Копалов, «Комсомольская правда», Новосибирск.